проснись. Пожалуйста, Розочка. Мама, ты опять плакала? Дорогая, мы не можем позволить себе и дальше содержать ее. Но тут так спокойно. Мне нравится тут папа. У нас нет другого выхода. Нет! Наконец-то ты пришел. Мой волк, только ты меня понимаешь. Неужели? Конечно. В этом жестоком мире я могу доверять только тебе. А ты не боишься, что я захочу съесть тебя? Нет. Нет. Нет! Снова братец Гензель. Сегодня мы с Гретель. Какой еще братец? Ты же девушка. Гензель, кто это? Никто, сестричка. Модера, забаньте его, плиз. Итак, сегодня мы будем играть в... Ты что, сам к себе обращаешься? А? Лун реально чокнул. Эй! Прикидываешься, что твоя сестра еще... Заткнись! Живет. Урод, сдохни. Нет, хватит. Замолчите, замолчите. Я знаю, что она ждет меня. Когда-нибудь мы с Гретель снова будем вместе. Эй, ты! Ты, кажется, обронила? Что вам нужно? От такого ничтожества, как ты, ничего. Люди вроде тебя вообще не должны существовать. Ела. Хоть где-нибудь я смогу постоять за себя. Вы признаете, что убивали своих пациентов? Я избавляла их от страданий. Распоряжаться чужими жизнями вне вашей компетенции. Это не вам решать. Так много боли вокруг. Я чувствую страдания этих несчастных. Я должна им помочь. Если бы можно было переписать все с самого начала, где-то в другом месте. Хочешь попасть в сказку? Мы тебя проводим. Кто вы? Мы поможем тебе, поможем, давай. Я... Как вы сможете мне помочь? Если они найдут автора в мире сказок, то вы сможете изменить все, все. Мои пациенты. Я смогу защитить тебя. Сестренка ждет меня. Я смогу быть понятой. Мама больше не будет плакать. Я согласен. Что ты решила? Они согласны. Согласны. Согласна. Заканчивай с ним. Какой это был по счету? Я уже и не помню. Не важно. Давайте искать следующего. Давайте не будем. Я боюсь. Замолкни. С тех пор, как мы с Туби встретили вас, ты только мешаешь, слабак. С каждым новым кошмаром ты становишься все более жестокой. Тебя что-то не устраивает? Ой! Тут кто-то живой! Я не причиню вам зла. Я очень долго не могла вас найти. Что тебе от нас нужно? Вы помните, зачем вы здесь? Гишин и Анки рассказывали вам об авторе. Может, и рассказывали. Тебе-то что? Вы должны найти и освободить его. И тогда он перепишет ваши судьбы. Перепишет? Может, прислушаемся? Все вокруг такое страшное и мрачное. Я уверен, автор исправил бы это. Возможно, если автор вернется, мы скоро очнемся от кошмара.
Я хочу избавиться от этого обмана. Мы должны найти автора. Но как нам пробудить его? Существует особое заклинание, но его не сотворить одному. Чтобы пробудить автора, нужно... Что ты несешь? Здесь меня понимают. Зачем что-то менять? Зачем? 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 Только здесь Гензель и Гретель могут быть вместе. Правда, братик? Здесь! Только здесь! Мой автор наполнил мое существование болью и мучениями. Я не хочу его искать. Боль! Боль! Множество жизней было стерто по его вине. Он не заслуживает возвращения. Не заслуживает! Не заслуживает! Что ж, видимо, нашим дорогам придется разойтись. Вам разрушить наш прекрасный мир. Уничтожить. Лучше мы уничтожим вас, чем позволим все испортить. Никакого автора не будет. Посмотри, что ты натворила. Что? Какого? Что вы наделали? Мы накажем тебя, накажем. Мы накажем тебя! Ты не слушала нас? Жалкая! Ты сама привела их к гибели! Теперь они все умрут! И это твоя вина! Твоя вина! Нет! Нет! Не всех. Хотя бы одного. Я спасу хотя бы тебя. Я вспоминаю. Так больно. Мы помним. Очнувшись в мире своих кошмаров, мы нашли ответ. Мы сами авторы своих судеб. Только нам выбирать, кем быть и как поступать. Мы остались потерянными во тьме. Когда кошмары отпустят нас,